4 самых счастливых знаков зодиака с 12 июля. Приветствуем вас в нашем волшебном мире астрологии, где счастье уже на пороге. С 12 июля 4 знака зодиака начнут испытывать необычайные радости. Откроем вместе, кто из знаков станет символом удачи и счастья на этой неделе. Не пропустите наше видео, подписывайтесь и узнавайте первыми, как звезды изменят вашу жизнь к лучшему. Первый знак – Рак. Для раков этот период обещает значительное улучшение в личных отношениях. Именно сейчас раки смогут укрепить связи с близкими, испытать радость от общения с семьей и друзьями, и, возможно, встретить кого-то, кто станет особенным. Эмоциональное удовлетворение и чувство принадлежности к кругу любящих людей дадут ракам силы и вдохновения. Второй знак – Дева. Для Дев этот период станет временем карьерного роста и профессионального признания. Усилия, которые Девы вложили в свою работу в предыдущие месяцы, начнут приносить плоды. Можно ожидать повышения, успешного завершения важных проектов или даже предложения о новых возможностях. Этот успех принесет не только материальное, но и моральное удовлетворение. Третий знак – Весы. Весы обнаружат, что их социальная жизнь становится особенно активной и удовлетворительной. Вечеринки, мероприятия, новые знакомства – все это принесет Весам много радости и возможностей для развлечений. Также этот период может привести к укреплению давних дружеских связей и возникновению новых вдохновляющих идей. Четвертый знак – Стрелец. Стрельцы испытают настоящий подъем в духовном развитии и обогатят свою жизнь новыми культурными впечатлениями. Путешествия или образовательные курсы, начатые в этот период, могут значительно расширить их кругозор и принести удовлетворение от новых открытий. Также возможно, что стрельцы найдут новые хобби или увлечения, которые принесет им огромное удовольствие –